По крайней мере, это не авокадо. Заткнись. Я хочу наведаться в бар. Тебе прихватить что-нибудь? Еще бурбона. Больше авокадо, так? Бро, ты здесь? Бро. Принял. Принял, есть картинка. Этот парень горячий, как секс. Я хочу узнать, не гей ли он. Просканируй, есть ли у него профиль в Grind. Профиль не найден. Проверь Адам Фадам и Скраф. Ой, не забудь про его фейс. Имя? Джордан Бёрнс. Разве это гейское имя, Джордан? Гейское имя? Ну, ты знаешь эти гейские имена. Типа Дэвид, Брайан, Аарон. Джордан одно из них? Я не знаю. Вот его Facebook. В каком он статусе? Одиночка. Тут не говорится, интересует его женщина или мужчина. Это значит гей, так? Не обязательно, в смысле... Ну, ты знаешь, может, он просто не любит делиться личным. Параноик. Ладно, дальше. Посты гейские? Его посты гейские? Ну, знаешь, типа, всякая диснейская хрень или ретро под оркестр. Может, у него в профиле фотка с радужными флагами. А это не может означать, что он типа няшный? О, чертовы няшки. Ладно, что ты видишь? Я вижу только его публичные посты. Один из друзей отметил его на картинке Симпсонов. Мне кажется, это странным. Что еще? У нас есть общие друзья? Может, гей? Нет, общих друзей нет. Проклятие. Что в Инстаграме? А, он очень активный. Так, точно гей. Фотографии? Здесь красивая фотка с едой. Гей. На этой фотке он в обнимку с девушкой. Блять. О, здесь фотка топлес с парочкой полуголых парней. Нет, это чушь. Эти полуобнаженные картинки вечно заканчиваются какой-нибудь анальной болью с обилием крови и дерьма. Хотя перешли мне. А, отправляю. Что, ты нашел что-то? Нет, просто... Он... Уи! Он чертовски хорош! Уи? Стой. Что? Увеличь седьмой вектор. Увеличиваю. Далее. Он носит белье от Эндрю Кристиана. Геи обожают Эндрю Кристиана. Ты смотришь на его трусы в Инстаграме. Эй, если он запустит горячую фотку типа этой, я хочу взглянуть на это. Можно даже сказать, оно розовое. Розовое белье. Он точно гей! Это слишком тонко. Он слишком тонкий. Ладно, хорош. Твой бурбон. Отлично. Кстати, говоря о бурбоне, не хотел бы как-нибудь выпить со мной? Конечно. Отлично. Извини. Михаил. Да? Джеронимо. Бля, ну наконец-то! Озвучил Чирик. Эй, это Грант из колледж юмора. Кликни сюда, подписаться на канал. Кликни сюда и найдешь еще больше приколов. Сорян. Парни, у меня чувство, что я не в кадре. Нет? Потому что я будто смотрю на камеру сверху. Так? Так лучше? Ладно, это кажется ужасно. Окей, спасибо за просмотр.